Всем привет! Это полный апгрейд, а значит пришло время совершить экскурсию в мир удивительных изобретений и высоких технологий. Сегодня в выпуске. Компания GoPro выпустила комплект для животных. Летающий мотоцикл скоро появится в продаже. И ролик о будущем беспроводных технологий. Компания GoPro представила систему Fetch, которая позволит увидеть мир глазами питомца. Камера крепится с помощью ремней. Они не доставят животным неудобств. Fetch доступна в трех размерах и подойдет практически любой собаке, которая весит больше 7 килограммов. Мы создали Fetch с учетом особенностей собак и не можем дождаться, когда первые покупатели опубликуют видео, снятые при помощи Fetch, заявил один из руководителей GoPro Пол Осборн. Комплект состоит из ремней, двух креплений и дополнительных страховочных шнуров. Австралиец Крис Элой начал сбор средств на выпуск летающего мотоцикла Hoverbike в масштабе 1 к 3. Первые прототипы аппарата появились еще 3 года назад. С тех пор мотоцикл обзавелся двумя дополнительными винтами и стал более устойчивым. Все люди, которые пожертвуют деньги, смогут приехать в мастерскую Элоя и увидеть своими глазами испытательные полеты полноценного макета Hoverbike, а также получить летающую модель со специальным рюкзаком. Ожидается, что первые дроны будут доставлены владельцам в феврале будущего года. Световые мечи джедаев для геймеров становятся реальностью в США. Компания Sixsense совместила контроллер движения и шлем виртуальной реальности. В итоге получили световые мечи, как в фильме «Звездные войны». Меч отбивает летящие у игрока предметы, а также выполняет прочие действия, предусмотренные создателями виртуальной реальности. Компания Intel сняла ролик о будущем беспроводных технологий. В кадре сравниваются два времени – настоящее и недалекое будущее. В Intel уверены, что в скором времени можно будет отказаться от обычных зарядных устройств. Письма вводить голосом, авторизацию пройти с помощью распознавания лиц, но лучше все увидеть своими глазами. Мы с вами встретимся через неделю, пока!